Это семья номер 31. Сейчас мы посмотрим эту семью и сделаем вывод, что ей нужно сделать. И что мы сделали. Итак, снимаем. Я рассчитывал, что эта семья будет хорошо у меня развиваться. Матка была молодая. Вот, пчела есть сверху, пару рамок с медом уже залили тут сверху. На низу кинулся смотреть, и немножко я разочаровался. Ну не немножко, а почти 100%. Что матка высшего качества, большая, крупная, хорошая. Мне она понравилась, когда она облеталась. Вот. Ну и что я сделал? Начал, решил осматривать семью. Что у меня за расплод? Расплод затормозился, это первое. Второе. Почему он затормозился? Я стал исследовать, почему он затормозился. Сейчас посмотрю. И покажу вам, почему он затормозился. Итак, пожалуйста, гляньте сюда. Видите, расплодик сетчатый, очень сетчатый. Очень сетчатый, и есть немножко-немножко пчелы. Не сеет, вернее, она сеет, пчелы уничтожают. Одна рамочка. Думаю, что ж такое? Нет проблема. Смотрим, вторая рамочка. Посмотрите, что вы скажете? Качество расплода мне не устраивает. Посмотрите, тут пятачки. Да, яички они засеяли. Ну, толку от этих яичек. А червячков-то я не вижу. Что, они их пожрали? Нет, они их повыкидали. Эта семья больная. Больная, вы видите, больная? Вот. Она не дает развития семьи даже. Я уже так смотрел, что тут же оно уже по ходу действия быть полтора корпуса пчелы, а тут пол корпуса. Кому понравится такая семья? Что делать? Осматриваем. Да, немножко испорченная личинка одна, вторая. То они, оказывается, испорченные личинки выкидают. И нехорошо такую семью иметь. Она ничего не даст и в зиму погибнет. Гарантия 100%. Что же с ней делать? Почему она выкидает яйца? А потому что хочу сказать, почему она выкидает яйца. Мое предположение, что это болезненное состояние, как говорится, матки. Кто-то говорит, это застуженный расплод, но сейчас середина лета, его трудно застудить. Вот. Кто-то говорит, это гнилец, кто-то говорит, мешочатый расплод. Но факт налицо, что семья, так сказать, некачественная. Вот они такие вот. Что с ней делать, с этой больной семьей? Ну, кто-то советует высыпать, кто-то говорит, сжечь. А кто-то говорит, ну, можете купить лекарство, по лекарствам этот вирус. И то, и другое составляет проблему, антибиотики также составляют проблему. И люди под вопросом, что делать с этой семьей. Глянем последнюю еще рамочку и покажем, что мы сделали. Это вот последняя рамочка, видите, пластиковая тоже. Вот частично отстроили, частично нет. С этой стороны та же самая песня. Вот. Расплодик местами застывает, они личинки выкидают. Вот. И даже есть такая нехорошая. Запаха сильного нету, гнилого такого. Но факт налицо, что расплод нехороший. Видите, посмотрите. Вот личинка кверх ногами сидит. Если можно приблизить, приблизь. Вот. А вот личинка, вот так сказать, мертвая, разложилась. Вот она. А вот личинка не запечатанная, но тоже головка торчит, но она ненормальная. Эта семья больная, ее надо лечить. Я рассматривал разные варианты лечения. Один из вариантов, который я усмотрел в своей жизни сделать, я считаю, что он может пойти очень хорошо. Что нужно сделать? Нужно посадить маточку в клеточку. Можно было бы ее убрать полностью, но я ее посадил в клеточку. Вот, сейчас я вот это вот, видите, потянул рамку, она была приклеена с обратной стороны, и клеточка отошла. Сейчас мы смотрим, где тут матка.
Вот. Я ее придаю. Вот она, матка, пожалуйста, посмотрите. Видите, сидит матка внутри? Видите, вот она с краю маточка. Сейчас я ее покажу вам. Вот она, маточка бегает, вот она, видите? Вот прям по днищу бегает маточка. Я ее ограничил, чтобы она не бегала нигде. Вот, поставил, накрыл и все. Пчелы. Сейчас опять то же самое накрываю. Вот, придавливаю. И пусть она тут стоит ограниченно. И придавлю к другой стороне, чтобы она не выпала. Итак, друзья, для чего это делается? Это делается, чтобы пчелы почистили, образовался безрасплодный период. Но чтобы семья не почувствовала сиротство, она чувствует матку. Вот, семья будет постепенно что-то работать. Она знает, что семья, эта семья знает, что она больная. Вот, она будет потихоньку работать, как говорится. Но, что но? Эта семья будет менее уязвима для воровства и прочего. Когда матка есть, семья более активна для защиты своего гнезда, может приносить медок. И вот таким образом мы подождем порядком дней 15-18. Снимем следующее видео, когда уже семья будет без расплода. Уберем эту матку, дадим этой семье почувствовать сиротство и запустим другую матку. Потому что я считаю, в этом случае виновата трутни. Матка сама по себе хорошая, крупная, сеяла хорошо. Но получается, почему трутни? Матка всегда сеет яички свои, которые неплодотворенные. Они бывают оплодотворенные, неплодотворенные. Трутни выходят нормальные. А пчелы выходят, одна нормальная, как вы видели, сетчатый расплод, а одна ненормальная, гнилая. В чем вопрос? Дело в том, что матка оплодотворяется не одним трутнем, а штук 7-8. Так вот, эти трутни из больных семей оплодотворяют эту матку. И она, когда выпускает семечко для оплодотворения яичка, то выходит или больное семечко, или здоровое семечко. Больное семечко сразу приводит вирусом зараженное. Я считаю, что вот это в этом вся проблема. Я просматривал некоторые видео, и некоторые друзья пчеловоды то же самое предполагают. Итак, качество матки зависит 75%, говорил Кашковский, от, вернее, качество яиц матки, которые она откладывает, пчелиных, зависит 75% от трутней. И поэтому, если на пасеке у вас трутни, есть семьи больные или в округе есть семьи больные, то гарантия даже матки тихой смены или лучшей самой матки не гарантируется, потому что оплодотворяли ее трутни больные. Поэтому многие разведенческие пасеки в Австралии, я смотрел, держат на островах специальные отцовские семьи с трутнями хорошим расплодом. Если с плохим расплодом вышел трутень, он больной, вирусно зараженный, он приводит к той проблеме, что мы видели. И потом на пасеке у вас нет ни меда, ни пчел, и в зиму эти семьи выдыхают. Вот одна из причин гибели пчел в зиму. Итак, следующее видео мы снимем попозже, когда дней через 15 приблизительно, чтобы рассказать, что мы сделали дальше. А теперь удачи вам, до следующей встречи, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Это серьезный вопрос, я просматривал многие видео, у многих на видео есть больные семьи, вот, больные семьи. Но никто не хочет сказать, что это семьи больные, и поэтому я сегодня рассказываю о больных семьях, что можно предпринять и что можно сделать. Удачи вам, до встречи!